Группа Махамахотцева. Добрый вечер, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на фестивале культуры Индии, на фестивале Радхаятра. Этот праздник стал уже традиционным для города Мариуполя. Уже, по крайней мере, несколько лет колесница Господа Джаганатхи едет по улицам города. И сейчас здесь, на этой сцене, происходит концертная программа, в течение которой мы попытаемся познакомить вас с культурой Индии, с культурой традиционной Индии, с ее духовным посланием, с ее традициями. Итак, мы всегда открываем наши фестивали пением различных мантр, пением баджанов. Баджаны — это древние духовные песни. Мы это делаем для того, чтобы создать благоприятную атмосферу на площадках, где мы проводим наши мероприятия. И сейчас, вашему вниманию, еще один баджан в исполнении группы Махамахотцева. Баджан называется «Джаянанда Яшода Дулал». Группа Махамахотцева, приветствуем их!
Группа Махамахотцева. Итак, в течение тех лет, которые мы проводим фестивали в городе Мариуполе, наверняка у вас возникла масса вопросов. Кто мы такие? Что мы, собственно, хотим вам рассказать? О чем мы хотим вам поведать? Всех, конечно же, сразу возникают ассоциации с Индией. Нас часто сравнивают с Индией. И все мы прекрасно знаем, что это за страна. По крайней мере, все мы учились в школе. Мы все учились в школе, изучали географию, знаем, где она находится. Ну, а те, кто не учил географию или, может быть, не учился в школе, сейчас век интернета, вы можете зайти в любую поисковую систему, набрать слово «Индия» и получите массу информации. Прежде всего, вы узнаете о географическом положении этой страны, узнаете о количестве населения, оно большое, узнаете о площади, узнаете, возможно, о этнической составляющей, то есть какие народы проживают в Индии. Возможно, вы узнаете о множестве религиозных традиций, которые также мирно существуют в Индии. И в действительности эта страна всегда привлекала многих людей. Например, Христофор Колумб, когда открыл Америку, в действительности искал новый путь в Индию.
Христофор Колумб пытался найти там золото. Также хотел привезти специи, которые были еще дороже золота. Кто-то пытался найти там шелка, кто-то пытался обучиться ремеслам, искусству, которые были в Индии. Но в действительности главное сокровище Индии не золото, не специи, не богатая архитектура, не ремесла, не различные виды искусств. Самое главное сокровище Индии – это ее духовное послание, ее духовная традиция. И сегодня мы попытаемся познакомить вас с этой традицией, с этим посланием, с духовной, с философией Индии, с ее мудростью. В действительности мы представляем не культуру Индии, а представляем ведическую культуру или культуру, основанную на знании Вед. Веды — это древнейшие в мире знания, древнейшие в мире знания, которые были даны Верховной Личности Бога для того, чтобы человек мог гармонично существовать во Вселенной, гармонично существовать во Вселенной. И предназначение Вед было поднять сознание человека на более высокий духовный уровень. И этой цели служило все в духовном обществе, в ведическом обществе. Например, искусство. Например, искусство. Конечно же, понятно, что обычные люди не могут жить без искусства. То есть нам нравится, когда кто-то танцует, когда кто-то красиво поет. Правда? Мы ходим, например, в театр. Мы любим посмотреть на вообще на любые, на любые красивые вещи. Правда? Вот. И сегодня мы попытаемся вам представить духовное искусство Индии. Духовное, традиционное, классическое искусство Индии. Например, танец. И сразу возникает противоречие. Как танец может быть духовным? Но в Индии уже на протяжении многих тысяч лет существует классический стиль индийского танца, который является родоначальником всех остальных стилей. Он был раньше всех. Праматерь или, может быть, праотец всех танцевальных форм, которые присутствуют сейчас в мире. И сейчас перед вами выступит необычная личность. Магистр искусств, руководитель коллектива Сурсангам Винница Сергей Журавлев, который прошел обучение у знаменитой гуру индийского танца Шри Сароджи Видьянатхан и обучался в школе. Знаменитой школе классических индийских танцев в Бхаратнатьям Шри Ганеша Натилая. Итак, на сцене Сергей Журавлев с классическим танцем в стиле Бхаратнатьям. Приветствуем Сергея Журавлева! Tirana, tirana, tirana.
ಮಲಿಂಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಭುನಿ ಅವಿರಾಮಿ ದಯಮುಖ ರಕ್ಷಿಸುನಿ ವಾರಾಹಿ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ ರಾಮನಾಥ ಪುರ ಬಾಲ Магистр искусств школа Шри Ганеша Натилая. Итак, вы смогли заметить отличие этого стиля от тех современных хореографических форм, которые мы привыкли видеть сейчас на современной эстраде, на современной сцене. Потому что, ну, что такое современный танец? Это просто набор движений или в лучшем случае проявление эмоций, эмоционального состояния исполнителей. Но древний танец, такой как Бхаратнатьям, собственно, даже и танцем не был. Это был спектакль. И искушенный зритель, спектакль, где каждое движение что-то означало. И искушенный зритель, он не видел движений. Он видел, например, как распускается цветок лотоса, или как Господь Шива едет на быке, или как воин Арджуна повергает своих врагов. Иногда исполнители, танцовщицы могли танцевать часами. Часами рассказывая зрителям, публике, такие большие, объемные, великие произведения Индии, как Махабхарата и Рамаяна. И в действительности зритель все эти картины видел перед собой. И сейчас мы представим вам еще один коллектив, который называется «Сундари». Коллектив, танцевальный коллектив «Сундари» также исполнит для вас танец, посвященный Господу Шиве, потому что почти все танцы южноиндийской школы Бхаратнатьям были посвящены именно ему. Итак, коллектив «Сундари» с танцем «Антикам Бхуванам». Приветствую наших танцовщиц! Thank you.
ఆంగికం సర్వవాంగ్మయం ఆంగికం భువనం యస్య వాచికం సర్వవాంగ్మయం ఆగాయం చంద్రతారాదితం వందే సాత్వికం శివం ఆగాయం చంద్రతారాదితం వందే సాత్వికం శివం సాత్వికం శివం Коллектив Сундари, танец Бхаратнатьям. Ангикам Бхуванам. Итак, ведическая культура, конечно же, у нас ассоциируется с Индией, потому что она сейчас сохранилась в наиболее целостной форме именно в этой стране. Но в действительности раньше эта ведическая культура была распространена везде, повсеместно. То есть можно найти глубокие корни у славянских народов с этой культурой. Точно так же ведическая культура, ведическая цивилизация оказала влияние, естественно, на восточные, ближневосточные, дальневосточные страны. И всем известные такие страны, как Китай, Япония, страны Индонезии. И сейчас на сцене выступит коллектив, который вы все прекрасно знаете. То есть это очень известный коллектив, он называется «Белый лотос». «Белый лотос». Да, сразу же заслуженные аплодисменты. Вот они еще не выступили, давайте их поприветствуем. Итак, в древности каста воинов, которые называли кшатри, их главным предназначением было защищать людей от завоевателей, защищать от тех, кто приносит беспокойство обычным, нормальным, мирным людям. И мы знаем, что боевые искусства, они были предназначены для этого. Боевые искусства, они также служили для того, чтобы связать человека с духовностью. И люди, которые занимались различными видами боевых искусств, в совершенстве владели умом, телом и своим внутренним состоянием. Итак, на сцене коллектив «Белый лотос». Приветствуем их! Thank you.
Белый лотос, коллектив Белый лотос. Итак, наша сцена достаточно маленькая, и вы видите, что здесь стоит здесь много оборудования, и сразу же можно отметить точность мастеров восточных единоборств. Вы смогли заметить, что ни один микрофон не упал. То есть это говорит о том, что они как бы владеют ситуацией со всех сторон. То есть они видят, что сзади происходит, спереди. В общем, да, я восхищен. Я восхищен, и думаю, что вы так, точно так же восхищены. Давайте аплодисментами отметим мастерство. Итак, в Индии существует множество классических стилей индийского танца, таких как, естественно, Бхаратнатьям, Качипуди, Одисси, Катхакали, Манипури, Катхак. И сейчас магистр искусств, наш гость Сергей Журавлев, исполнит для вас такой микс из трех различных стилей: Качипуди, Бхаратнатьям и Катхак. И вновь на сцене Сергей Журавлев. Приветствуем его!
Журавлев, Сергей Журавлев. Так, большая просьба к зрителям. Сегодняшнее наше мероприятие не является рок-концертом, не является теми мероприятиями, которые мы обычно привыкли видеть. Поэтому, пожалуйста, не бросайте ни монеты, никаких предметов на сцены. Да, мы не рок-концерт, да. Мы не группа «Блестящие». Итак, относительно «Блестящих». Сегодня у нас гости. И из далекого, холодного Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что Санкт-Петербург холодный, я думаю, что их выступление, наоборот, разогреет ваши сердца, разогреет вас. Итак, на сцене Театр восточных импровизаций «Матхура». Приветствуем их! Восточных импровизаций «Матхура». Thank you.
Театр восточных импровизаций Матхура. И сейчас мы хотели бы вновь вернуться к классическим индийским танцам. Сейчас мы представим вам стиль, который называется катхак. Катхак дословно переводится как «рассказ». И танцовщицы этого стиля, как правило, посвящают свои танцы Кришне. Все знают, кто такой Кришна? Итак, Кришна с древнего языка санскрит переводится как «всепривлекающий». «Всепривлекающий» — тот, кто привлекает всех. И это качество Бога, потому что только Бог может всех привлекать. Понятно, что у нас, у западных людей, существует свой стереотип образа Бога. Для нас Бог — это такой старец на большом белом облаке с длинной бородой. Он сидит на троне, на большом массивном троне. К нему стоит бесконечная вереница мертвых людей, и он их судит. Одного в ад, другого в рай. И так вот постоянно, целыми днями он занят праведным судом. Но скажите, кого привлекает старость? Хоть одна рука поднимется, кого старость привлекает? Всего лишь несколько человек. Итак, старость никого не привлекает. А что нас привлекает, скажите? Молодость, что еще? Красота, да. Вот девушка за всех говорит. Нас привлекает молодость, красота и веселый нрав. Кому нравятся грустные люди? Никому, правда? И Кришна таков. Он играет на флейте, прекрасная мелодия. Он гуляет в прекрасных садах на своей планете, которая называется Галока Вриндавана. Он гуляет в окружении прекраснейших девушек, пастушек, которых зовут Гопи. И сейчас коллектив Сундари представит вам танец в стиле катхак. Итак, на сцене Садачара Придевидаси с танцем катхак. Приветствуем ее!
Сладачара приедет видаси дворцовый катхак. Дворцовый катхак. Итак, главным критерием квалификации индийских танцовщиц являлась ее способность выражать мысль при помощи, выражать текст какой-нибудь при помощи жестов, при помощи движения индийского танца. В древнем трактате об изящном искусстве, искусстве танца, архитектуры, музыки, изобразительного искусства Натья Шастри говорится, что нет ни одной философской мысли, которая не могла бы быть выражена в танце. Представьте, как если какой-нибудь философ, ну, каких вы знаете философов? Сократ, Кант, Аристотель, Фейербах, ну их бесконечное, Рассел, бесконечное множество. Можно список этот, то есть каждый человек, в принципе, философ. Он бы выходил бы, знаменитые философы, например, Кант, выходил бы и здесь о своих философских тезисах рассказывал бы в танце. Или вот мы знаем, скоро начнутся выборы, и, например, какой-нибудь кандидат, который решил стать народным избранником, отправлялся бы сперва в Индию перед выборами, обучался там искусству танца, приезжал, и здесь потом уже во время предвыборной гонки, например, я хочу сделать такую-то, такую-то пенсию, раз, танцевал. Или, например, собрать такой-то урожай зерновых, станцевал. То есть это выглядело бы интересно, правда? То есть и народу бы собиралось всегда много, и да, и электорат бы повысился, то есть и рейтинг повысился. Вот. И сейчас мы хотели бы вам продемонстрировать эту возможность, эту способность танцовщицы, понятно, что не депутатов, способность танцовщицы, исполнителя рассказывать при помощи жестов какой-нибудь текст, послание. Давайте вновь пригласим нашу, да, наших исполнителей танца. Сергей Журавлев из Садачара приедет в Идаси. Сейчас мы расскажем вам, дорогие друзья, как можно прочитать индийский классический танец в жестах. Потому что песни, как правило, звучат на хинди, на санскрите, на разных языках индийских. А как же наш европейский зритель все-таки может прочитать индийский танец? А вот таким образом сейчас будет звучать песня, а наша танцовщица исполнит вам куплетик, чтобы вам было понятно. То есть и покажет вам в этом куплете значение слов, как обозначаются в индийской классике вот эта пантомима. Итак... Ничья комісячна, зоря наясная, видно хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Дякуємо. Сергій Журавльов і Садачара приєдна в Ідасі. Поблагодарімо.